Добрый вечер. 150. Камера новая, из магазина. У меня три таких. 150. Она стоит 500. 150. Мне нужно 300. Извини. У вас три цифровых камеры. Одинаковых. Вроде того. Почему выставлять четыре камеры выгоднее, чем три? На две камеры вы назначаете одинаковую цену. На третью чуть меньше, а на четвертую чуть больше. Входит покупатель, желающий купить камеру. Он видит самую дешевую и не может решить, что это, везение или подвох. Он задумался, и он задает вопросы. Другими словами, вы втянули его в игру. Почти наверняка он решит, что третья камера сломана. Но он уже положил глаз на первую и вторую. Он считает, что ему светит выгодная покупка, потому что четвертая стоит дороже. А может, он клюнет и на четвертую? Почему эта камера дороже? Вы скажете, что она совсем новая. И сразу, между прочим, заметите, что первая и вторая тоже новые. Но разница в том, что четвертая в коробке. Итак, он сделает одно из двух. Или он купит камеру по обычной цене, решив, что это выгодно. Или выберет камеру в коробке, потому что он собрался ее подарить. А новые выглядят только камера в коробке. На остальных несмываемое пятно ломбарда. А ты молодец. Итак, купив у меня камеру в коробке, вы увеличите цену остальных трех камер. Ты на работе так паришься? Есть одна загвоздка. Все мои камеры в коробках. Что? Все очень просто. Если вы покажете мне коробки, я отдам свою камеру даром. А если нет, вы заплатите $300. Ты очень самоуверен. Ведь у вас нет коробок. Я заплачу тебе 150 и еще полсотни за остроумие, но это предел. Идет. А как насчет кольца? Сколько оно стоит? Для тебя или для меня? Для меня очень много. Это кольцо моей матери. Она снимала его, когда мыла посуду, и однажды мой отец украл его и заложил. А как оно попало к тебе? Я выиграл его в покер. Матери возвращать уже поздно. Сочувствую. Обычное кольцо, ничего особенного. Сотню я потяну, всего получится 300. Отец говорил, что она стоит дороже. Так и продается? Я и вам не продаю. Я его выкуплю. Как тебя зовут? Хак. Слушай, Хак, я заплачу за кольцо еще 150. Но учти, у тебя всего 4 месяца. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.